все, несем жертву богу котов. Ты что, овечий пастух? Чего, овчарка? Буся, кто это? Собака заподозрила, что что-то не ладно. Так. Большая, да, такое? Ты такая же агра. Точно пастух овечий. Что? Что это? Что это такое? Кто это? Буся, кто это такой? Кто это такой? Что тебя? Украли тебя, да, мы? Ой, меня постул. Я снял уже. Бубочка. Все, иди. Вот так вот гораздо интересней. Они такие сразу, опа, когда на руках-то это. На руках-то это домашний питомец, а вот когда... Игрушка будто бы на руках. Да, а когда вот... Когда вот пошел, это уже какая-то жертва. Посмотри вообще на эту агру. Какая овчарка. Пойдемте. Познакомились. Ты дурачок. Все, пойдем. Это палец. Балбес, возвращай. Охранник овечий. Все, Вовочка пришел. Когда ж тут лежать? Что, он тебя не гладит, он тебя, да? Ты подошел, а он такой. Это что за кабачок? Ты клуша, два кабачка. О, это алабай. Алабай еще. Что такое? Шершавый язык укуса даже для тебя. А ты представь, нам кожу на каково. Ну-ка, что такое? Что случилось? Какая собака истеряка вообще? Киса по сравнению с ним. Ему спокойствие. Ложись, ложись, мой хороший. Моя кошенька. Хорошо с вами сидеть и кайфовать. Да. Мне говорит, меня тоже поснимай. Венечка, старая бабка, истеричка. Ладно, не старая, молодая, ну конечно истеричка. А еще. Все. Я в малине звериной. Видишь?
отношения с ним. Все, свобода. Киса какая-то сегодня супер нежная. Ну что за милота? Ну что это за милота вообще? Смотрите на это. Нежный трюфель черный мой. Один и второй. Веня как гремлин с этими ушами своими. Как бы выглядела Веня, если бы у нее стояли уши. Что может быть лучше, чем сидеть в дождливую погоду с котом и псом в обнимочку? А муженек, чтоб снимал это все. Где мой кофе? Хотя у меня под кофе бы все равно руки не было. Лишь свободно. Все занято. Руки с Толивара. Кубельщики. Чесальщики. Профессиональные. Денег я кушаю. Кисаю, что грехи. Прикрыла, смотри. Не пристойство, прикрой. Нет. Смотри, виляет такая. Венечка. Венечка. Веня, все. Веня в этом. Где-то. В нирване. Ой, дождик. Как приятно ли будет. Слушай, ничего себе лежит, вот джунгли какие-то. Деревья даже вымахали, блин. Клёны тут. Ой-ой-ой, Венечку. Венечку обнимают, облизывают. Венечка. Какой хороший день сегодня. Все, что ли, говорит? Все, а еще? А еще? А вот еще. Вообще не вижу, понимаю, я что-то не понимаю.